Ну что, готовы слушать, кто что сегодня заработал, куда пойдет отправиться абсолютно бесплатно? Можно слушать и при этом кушать, совмещая приятное с полезным. А мы будем прямо сейчас объявлять тех людей, кто был максимально активен и интересен. У тебя есть мечта, какой завтрак ты сегодня себе спланируешь? Но вряд ли здесь можно найти чешский гуляш где-то в этом городе. В Кровический музей отправляется у нас Лилия. Она получает билет, который дает возможность сходить на любую выставку, который представляет наш уважаемый музей. Лилия распустилась от удовольствия и далее. А вот на выставку «Эльдорадо. Сокровища индейцев» пойдет у нас Анна Ярославцева. Она написала нам страничке ВКонтакте. Анна, Лилия звонила. Кстати, на 331 номер телефона заканчивается. В театр. Новая драма. Содружество молодых актеров. «Детектор лжи». Пьеса. Вот очень много про нее слышал. Нужно сходить лично посмотреть. Я тоже наслышана. 20 октября состоится этот спектакль в 19.00. Милости просим. Ну, а бесплатно туда отправляется наш телезритель Геннадий, который сегодня нам позвонил. Номер 183 у Геннадия заканчивается. Сотрудство молодых актеров, Центр «Новая драма». Ребята открывают новые имена и в драматургии, и в актерском мастерстве, и... И смотреть кино абсолютно бесплатно в кинотеатре New Cinema будет Галина. На 245 номер телефона заканчивается Галина Александровна, если быть более точными. Галина Александровна сегодня тоже звонила и делилась своей версией по поводу того, как назвать наш аэропорт. Причем этот звонок был финальным в первом часе, очень важным. Он вывел нашу программу на новый уровень. На новый уровень выходим и увидимся через 2 минуты. 2 секунды, потому что сейчас мы посмотрим рубрику «Сегодня вечерком».